Într-un super club din Chișinău am avut bucuria să ascultăm Boombox. Ce ne mai place muzica bună? Trupa Boombox le-a oferit vineri noaptea un adevărat boom fanilor din Chișinău. Здесь одна из самых отзывчивых и теплых аудиторий, которые мы когда-либо встречали. И хочется играть у вас чаще, конечно. Ну, получается так, ничего не сделаешь. Băieții au reușit în cei aproape 10 ani de activitate să lanseze nenumărate hituri. În prezent au 4 albume, iar în curând urmează să fie lansat cel de-al 5-lea. Уже заканчиваем работу над пятой пластинкой. Она будет называться Terminal B. И осталось буквально там чуть-чуть поднакопить и свести это все, отмастерить. И уже осенью она выйдет. Мы уже сейчас планируем в тур в поддержку. Всеукраинский тур будет примерно месяц, он продлится нон-стоп с сентября по октябрь. Напряженное лето, но я надеюсь, хотя бы дней 10 там вырву на то, чтобы, может быть, куда-нибудь где-то чуть-чуть отлежаться, отдохнуть. Но в целом я рад, что график плотный и надалеко вперед. Спасибо им большое. Вообще молодцы и очень качественный саунд. Музыка очень супер. Мне тоже нравится весь репертуар, но в 2008 году появилась песня с певицей Надин. Это была моя самая-самая любимая песня. Если бы мы их не обожали, мы бы, наверное, не пришли бы на их концерт, да? Прикольно. Stilul și maniera de interpretare a trupei Boombox i-a cucerit rapid și pe regizorii de film care au dorit ca Boombox să realizeze soundtrack-ul pentru filmele lor. Dobre, Grigorie. Grigorie. She's got a place to go, a place called home. And everyone who knows this, rather say it's really time to throw. But after who is rapping bruises? Что еще преодолеть, я все смогу. Поражений больше нет и нет побед. От себя бегу к тебе бегу. Сейчас важно и кайфово понимать, что ты только в начале, на самом деле, в самом начале пути. И второе, то, что вы уже наконец-то поняли, что любимое дело в жизни самое главное. И вы начали это ценить, начали бережнее к этому относиться и получать массу просто удовольствия от своей работы.